Шоколад. Одесса, привет. Такси. Привет. Слушай, скажи, как преодолеть неудачу? Блин. Ну скажи, ну ладно, что ты? Ну, я не умею. Ну я вот попал, да, что делать? Ничего не куда получается. Да вот вообще по жизни ничего не получается. Что делать, а? Ничего не делать. Смириться. Да? Да. Спасибо. Вот так вот. Здравствуйте. Скажите, как преодолеть неудачу? Что делать, если неудача по жизни достает? Улыбаться ей. Спасибо. Дмитрий. Скажите, как преодолеть неудачу? О, ну, ну, ну. А, окей. Do you speak Russian? No. No. Мы говорим русский, ладно, давай. Good luck in this day for you. Вас? Окей, удачи, удачи. Я, are you from? Израиль. Ого, Израиль. Yes. I'm from Moscow. Понял. Угу. Окей. Окей. До свидания. Здравствуйте, скажите, как преодолеть неудачу? Что неудачу? Делать? Верить в себя. Верить в себя. А вы что скажете? Как улыбаться. Преодолеть? Просто улыбаться. Да? Спасибо. Скажите, как преодолеть неудачу? Везело. Спасибо. Простите, скажите, как преодолеть неудачу? Вот я попал, да, думаю, блин, жизнь проходит мимо. Что делать? Мимо кого проходит? А вот мимо меня проходит, и я себя неудачником чувствую. Сбрить что надо бородку, всю жизнь пойдет. Сбрить бородку надо, спасибо. Жизнь пойдет на удачу. Спасибо. Слушайте, ну у меня реально есть бородка, смотрите. Мне люди желают просто сбрить бородку, чтобы преодолеть неудачу. Девушки, здравствуйте. Как преодолеть неудачу, а? Что делать? Ну, нужно приложить очень много усилий, чтобы... Как бы, если человек хочет преодолеть, то действительно нужно стараться все делать для того, чтобы эта неудача обошла тебя. Или уже, если так случилось, что вы потерпели неудачу, то нужно как-то выбираться с нее скорее. Спасибо. А вы? Ну, я полностью согласна, потому что что такое неудача? Это когда что-то не получается, а чтобы получалось, нужно приложить усилия, и неудача уйдет. Короче, не сдаваться, да? Да. Спасибо большое. Здравствуйте. Как преодолеть неудачу? Просто стремиться к удаче. А вы? А мы? Не знаем. Просто не сдаваться, да? Возможно. Спасибо.